осудили на огромный срок тюрьмы. Это на сегодняшний день самый большой срок, 24 года. Когда его арестовали, было ему 24 года, сейчас ему уже 27. Сейчас идет у нас этап апелляции. Приговор был оглашен 30 июля 2018 года. У нас 10 человек осуждены от 5 до 11 человек от 5 до 14 лет. Это считается по второй части участия в организации. И 10 человек осуждены от 20 до 24 лет. Это организаторы. По какому же принципу поделили на организаторов и участников? Это потому, что когда прошло полтора года, когда их должны были уже по всем срокам отпустить, потому что никакого обвинения не предъявляли, держали их как бы почти можно просто так, за полтора года их прессовали, чтобы они давали показания, как бы оговаривая себя о том, что они участники этой организации, но ребята не признались. Из-за этого их поделили ровно-поровно, я не знаю, по какому принципу, скорее всего, наверное, потому что они активно защищались, более активно защищающиеся получили первую часть, а вторую часть получили те, которые были более пассивны. И что же сейчас происходит? Вот при осуждении вопроса о реализации права на свободу вероисповедания в Российской Федерации невозможно как раз пройти мимо проблемы привлечения к уголовной ответственности мусульман по обвинению в причастности к организации Хизб ут-Тахрир, масштабы которого достигли невиданных величин своей беззаконности, жестокости и абсурдности. На основании решения Верховного суда Российской Федерации от 2003 года о признании данной организации террористической, люди, от рук которых никто никогда не пострадал, отправляются за решетку практически на всю жизнь. Сотрудники силовых структур, возбуждающие уголовные дела, военные суды, штампующие приговора, вообще не руководствуются таким понятием, как соразмерность наказания общественно опасным последствиям, и только лишь прикрываются упомянутым решением, как будто это священный текст в истинности, справедливости, которого никто не сомневается. Иначе как можно объяснить, что без каких-либо насильственных действий, а только теми или иными способами доказывая причастность к Хизб ут-Тахрир, сегодня судами назначается наказание до 24 лет строгого режима. Между тем, сам акт от 2003 года с юридической точки зрения не выдерживает никакой критики, а по сути является политической волей, облаченной в форму судебного решения. На дворе 21 век. Общество нарекло себя цивилизованным. Провозглашены красивые принципы о представлении свобод, о верховенстве права, о независимости суда и подобные лозунги, не стоящие чернила на бумаге, на которой написано. Так как на практике все совсем наоборот. И от того, что представители власти с упорным постоянством повторяют, что соблюдаются права человека и Конституция, реальное положение никак не изменится. Суды в России по таким делам проходят в закрытом режиме. Само же членство в организации доказывается показаниями засекреченных свидетелей, показаниями сотрудников ФСБ, экспертизами, выполненными лицами, даже не имеющими соответствующего образования. При такой доказательной базе, где не выясняются никакие фактические обстоятельства, а достаточно того, чтобы свидетели просто, свидетели это слово в кавычках, подтверждали причастность подсудимых к организации, признанным виновным по особо тяжкой террористической статье, может оказаться даже случайно оказавшийся на какой-либо встрече человек. При этом само привлечение к ответственности по статьям террористического характера подразумевает доказательство деяний обвиняемых в действии террористической направленности. Однако ни следствием при предъявлении обвинения, ни судами это даже не обсуждается. На судах, начиная от свидетелей защиты до оперативных сотрудников и лиц, заключивших сделку со следствием, в один голос говорят, вопросов, связанных с терактами, оружием, вооруженными действиями, угрозой жизни людей, не возникает и не обсуждается. В дополнение к этому, отказавшимся от сделки со следствием совершенно произвольно, меняется еще попытка захвата власти, насильственного захвата власти.
что по сути является дублированием обвинения, но при этом конкретных действий кого-либо из подсудимых по данному обвинению не приводится, ссылаясь лишь на выводы некомпетентных экспертов и на заключение ЦПР, ФСБ. При обысках ни у кого никогда никаких оружий, никаких схем, вообще на какие-либо насильственные действия ни у кого не обнаружились и не находились. Вообще многочисленные нарушения по подобного рода делам можно перечислять очень долго. Но краеугольный камень здесь – это имеющие преюдициальное значение решения Верховного суда от 14 февраля 2003 года, которое является основой приговора. В этом корпоративном кругу ФСБ, ЦПР, прокуратура, военные суды сложилась порочная практика, дающая возможность осуждать людей по особо тяжким статьям экстремистского террористического характера без наличия фактических деяний, связанных с терроризмом, экстремизмом. Дошло до того, что ручные горе-эксперты по творчеству следствия начали приписывать в своих заключениях огромное количество понятий, присущих всем мусульманам. И это они приписывают террористическим воззрениям. Например, такие фразы, как «введение исламского призыва», «распространение ислама», «очищение от невежества», «абсолютная вера в Аллаха», «практическая реализация требований религии», «необходимость призывать к добру и запрещать порицаемое», «необходимость следования мусульманину Корана» и многие другие. Эта практика сложилась не одномоментно, а постепенно. Годами к этому подводила законодательная база. Это создание и пополнение списков экстремистских и террористических организаций, списков экстремистских материалов. Ярким примером, чему служит рассмотрение сейчас вопроса о внесении в списки экстремистских материалов толкования Корана Ас-Саади ибн Касира, которые являются всемирно признанными и известными религиозными трудами. Вследствие этого в глазах исламской молодежи теряется авторитет как судебных органов, так и государственному аппарату в целом, что неминуемо приводит ее к радикализации. Также созданы благоприятные условия для возможности комфортной работы в сфере антиэкстремизма и антитерроризма органов следствия и судов. Это и закрытых спецслужб с предоставлением им больших полномочий, отсутствие возможности хоть какого-либо общественного контроля за их действиями, отсутствие возможности рассмотрения дел с участием присяжных заседателей, рассмотрение их только на военных судах, военными судами, введение новых составов преступления по преступлению террористической направленности, толкование которых расширили настолько, что террористом может оказаться любой маломальский активный член общества. На данный момент только по обвинению в причастности Хизбут-Тахрир по всей России с 2013 года уже осуждено более 200 человек, общий срок которых превысил 2000 лет лишения свободы, и не менее у 70 человек идут следствия и суды. Буквально на прошлой неделе мы называем их «Казанская пятерка». Вот у «Казанской пятерки» были приговора. Самый большой срок был 22 года, 21, 19, 18 и 14 лет. Не, опять же, без какой-либо доказательной базы, без какого-либо, вообще беззаконно, мы считаем, опять же, этот приговор был вынесен. В июле прошлого года вынесен приговор по делу Уфимской двадцатки, про это я уже говорила, в соответствии с которым по абсурдным обвинениям осужден 21 человек к 40 от 5 до 24 лет свободы, лишения свободы. Мой сын получил 24 года. За последние только полгода осуждено 35 жителей Башкортостана, Татарстана, Челябинска, Москвы, Крыма к 40 от 6 до 22 лет лишения свободы. Примечательным является, что вот Александра Прилюкова говорила, что в 2014 году в Крыму эти люди вот не привлекались никакой уголовной ответственности, и в соответствии с украинским законодательством они предъявляли никакую общественную опасность. И с присоединением же Крыма к России целая группа людей одномоментно стали экстремистами и террористами. Этот неугодный конвейер уголовных дел для поимки неугодных сегодня опробован на мусульманах, как наименее защищенной части общества, так как телевизионная пропаганда в умах обывателя сделала тождественное понятие «ислам и терроризм».
И мало у кого возникают какие-либо вопросы и в обоснованности обвинения мусульман в терроризме. Однако, сегодня мы видим, что экстремистов и террористов стали выявлять не только из числа мусульман. Пример тому дела сети «Нового величия», преследования свидетелей Иеговы и различных оппозиционеров. И нет никакой гарантии, что беда, которая пришла к нам в дома, не перекинется, как пожар в дома сотен и сотен других людей. И в конце я хочу сказать, что благодаря Льву Александровичу Пономареву, правозащитному центру «Мемориал», многим неравнодушным людям наша работа как никак не связанная с поддержкой идей и взглядов организации «Хизбут Тахрир», а только лишь противостоянием справедливости, несправедливости, которую я сама видела, участвуя в уголовном процессе, будучи защитником наряду с адвокатом у него, что тут очень много беззаконности. Это благодаря помощи вот этих людей наша работа принесла свои плоды, так как данной проблемой начали интересоваться люди высокопоставленные. Это уполномоченная по правам человека Москалькова Татьяна Николаевна и председатель Совета по правам человека Федотов Михаил Александрович. И мы обращаемся ко всем неравнодушным людям, ко всем людям, имеющим активную гражданскую позицию, оказать нам поддержку в этой борьбе с этим беззаконием. Спасибо. Вот вы сейчас слышали, это чудовищно. И это правда абсолютно. Когда прямо в судах говорится, что никаких террористических актов не готовилось, не производилось, но так как это противоречит Конституции Российской Федерации, опасно для Конституции, дают 24 года. Это правда. И вот это, вот осмыслить это почти невозможно. Вот вы в голову войди, представьте себе, что сейчас это происходит. И сейчас десятки людей так осуждены уже в судом первой инстанции. И, конечно, мы эти вопросы вот наше правозащитное сообщество ставим, и Московская хейтская группа, и Движение за права человека, и Мемориал, и Москалькова, слава Богу, эту проблему заинтересовалась в полномочном правом человека. Создана рабочая группа. Она еще не начинала работать, но мы надеемся, и так же, как и Совет по правам человека, президенте, по крайней мере, пока эти институты существуют, они точно должны заниматься этой проблемой. И, конечно, вот правильно вот говорил Миля о том, что она надеется на то, что общество будет слышать и понимать, что эта проблема есть. И мы ее должны решать вместе. Защита свободы совести сегодня становится такой же актуальной, как в советские времена. Запомните, всегда репрессии начинались с верующих. А дальше они уже множество становились на других. Вот у них почему-то такой стиль. И то, что сегодня главной мишенью становятся представители неугодной конфессии, это общество должно встревожить. Ну, а мы, правозащитники, конечно, будем этим заниматься. Спасибо. Меня зовут Нурлагаянова Миля Шавиловна. Я приехала из города Уфы. Я мама незаконно осужденного на огромный срок тюрьмы Нурлагаянова Рената, которого этим летом приговором Приволжского окружного военного суда приговорили к 24 годам лишения свободы. Суд проходил с огромными нарушениями. Проходил он в закрытом режиме. Вначале было открытое заседание, потом закрытое. 30 июля вынесен приговор 21 мусульманину, которые являются просто активными членами общества, которые были всегда на виду, открытые, милосердные, добрые. И эти люди бездоказанно, беззаконно абсолютно осуждены на огромные сроки тюрьмы. Это от 5 до 24 лет лишения свободы. Мой сын, в частности, в России получил самый большой срок. Это на сегодняшний день 24 года. Он этот срок свой получил за активную позицию своей защиты. На каждом судебном заседании он заявлял какие-то ходатайства, жалобы о том, что он, что нарушаются его права, о том, что он не причастен
к этой организации. Кстати, он заявлял об этом в первый же день своего ареста. Он заявлял об этом во время следствия, во время судов и даже в последнем своем слове. Но, к сожалению, получил такой огромный срок и сейчас ожидает апелляции. Мы создали страницу «Родительская солидарность» в Фейсбуке, где огромное количество родственников, близких, людей, которые также осуждены по всей России. Это люди близкие, людей осужденных из Крыма, из Казани, из Челябинска, Москвы. И эти люди объединились, и мы призываем всех неравнодушных людей поддержать нашу проблему с тем, что творится беззаконие в отношении наших детей, наших близких, и включиться в эту группу родительской.